Главные битвы приходят из книг и кино. Главные даты отлиты в газетные строки. Главные судьбы истории стали давно. Сегодня день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о подвиге и доблести отцов. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на знаменательном событии в жизни нашей школы. Открытие мемориальной доски в память о герое Советского Союза Алексее Александровиче Иванове. Алексей завершил 17 боевых вылетов. Во время выполнения боевого задания был тяжело ранен, но смог нанести точный бомбовый удар и посадить самолет на свой аэродром. Звание Героя Советского Союза Алексею присвоено посмертно 27 декабря 1941 года. Похоронен Алексей в поселке Глубокий Ростовской области. Летом 1962 года на здании школы моста была установлена мемориальная доска Герою Советского Союза. Уж прогремел давно последний бой, но опять над углом упоймы звенели твоей ногой стрельные гильзы и обоймы. Ты по книгам только знаешь, воины, что на этом месте, паренек, отдал жизнь, чтобы ты жила спокойно, что у той невзрачной высоты возле старой вывернутой ели расцветали страшные цветы на весной безжалостной шрапнели. Ну а мне все видится опять, в час бессонный память карауля, стоит только голову поднять, и в песок побьется рядом пуля, стоит только руку протянуть, и ударит очередь из дота, и еще закончит кто-то пусть под скороговорку пулемета. Так мила свинцовая пурга, и секли цветы стальные жало, чтоб пройти каких-то три шага. Жизни человеку не хватало, и не все пришли домой вешнюю победную порою. Встань же с непокрытой головой у могил неведомых героев. Сегодня, 7 сентября 2015 года, в нашей школе открывается мемориальная доска, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о гибели людей, о материнском человеческом горе. Муниципальный район Ленинградской области Гешели Виктору Эвальдовичу. Для нас митинг. Мне хотелось бы сказать, что администрация Кингисеппского района продолжает выполнять взятые на себя обязательства. Вот это очень важный для нас всех год, юбилейный год, 70-летие Победы. Наши добрые дела очень много уже адресно дошли до ветеранов. Мы продолжаем эту работу и не остановимся, пока не выполним все взятые обещания, которые мы публично взяли, и обязательно дойдем до каждого ветерана и выполним все, что мы пообещали. А сегодня у нас день памяти, я бы так сказал, наверное, больше, тем героям, которые отдавали жизнь за то, чтобы вот эти прекрасные детишки в этот солнечный день, можно так назвать, солнышко светит, были сегодня здесь. И самое главное, есть еще самоценная преемственность поколения. Наши ветераны сегодня здесь с нами. Помните, цените, и чтобы никогда вы не увидели войну, чтобы над вами всегда было мирное небо над головой. Спасибо. Общеобразовательного учреждения Кингисеппская средняя общеобразовательная школа номер 4 Гребенькову Олегу Михайловичу. Мои гости, сегодня действительно знаменательное событие в жизни нашей школы — открытие мемориальной доски, посвященной герою Советского Союза Иванову Алексею Александровичу. 17 ноября 1941 года он вступил в неравный бой с фашистами, сумел закончить бомбардировку фашистских складов, а также после боя смертельно ранен, но сумел посадить самолет на своем аэродроме. Лишь бы мир и добро царило на нашей русской земле. Родители, педагогический коллектив, учащиеся всегда делали, делают и будут делать все, чтобы память об Иванове Алексея Александровича всегда была в сердцах наших кингисеппцев. Хотел бы что сказать. Леша Иванов Алексей Александрович был бомбардировщиком,
бомбардировщикам. Наша дальняя бомбардировочная авиация даже в начале войны, в первые месяцы войны уже бомбила Берлин. Уже, даже неся потери невосполнимые, уже громила Берлин. Это очень много значит. Наша дальняя авиация, вот в которой и участвовал в этих боях, участвовал Алексей Иванов, громила на подступах к нашим, ко всем городам. Станции, эшелоны, танковые колонны, бензосклады, нанося противнику урон за уроном. Слава тем летчикам истребительной, бомбардировочной авиации, которые наносили удары, которые довели дело до победного конца. Спасибо. Ты провожал, ты обещала синий платочек, ты будешь со мной. Нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок. Минуты молчания почтим память всех героев, участников Великой Отечественной войны. Ленин. Дорогие гости этого торжественного мероприятия, я хотел бы сказать о том, что действительно память о людях, защитивших наше Отечество в лихие годы, сохраняется в памяти тех, кто сейчас молод, кто устремлен в будущее. И по этому поводу единственное, что мне сейчас вот так хотелось бы вам сказать. Много рассказывать я не буду. Я хочу сказать о том, что я уже достаточно взрослый. Мне 91 год. Так что события тех лет, к счастью, помню. Су-2, на котором летал Саша, это первый тип штурмовика, созданный Сухим. Тип самолета по тем временам весьма неудачный. Его заменил Ил-2 Илюшинский. И никогда не забывайте подвига своих предшественников. Спасибо вам большое. Извините за долгое выступление.